Почти 30 лет оккупации армянами Азербайджанского Карабаха и 7 прилегающих к нему районов стали самой что ни есть проверкой на прочность для азербайджанского народа. Я вот о чем. Если ты действительно уверен в своей правоте и знаешь, что на твоей стороне правда, если ты не забыл, несмотря на то, что прошло достаточно много лет, о своих соотечественниках, которые пострадали от армянских агрессоров и вынуждены были бежать, покинув свои дома, если ты не смирился с той несправедливостью, с которой к тебе отнеслись недоброжелатели из соседнего государства, которые с насмешкой говорили тебе о том, что ты слаб, если ты смог подняться с колен, выдержав тяжелейший удар под названием Ходжалы, значит, ты прошел проверку на прочность и ты заслуживаешь уважения перед лицом международного сообщества. Азербайджан не торгует своими территориями и не собирается раздавать их направо и налево. Азербайджанский кулак умеет не только бить, но и держать за горло своих врагов, чтобы им никогда больше и в голову не пришло зариться на азербайджанскую землю.